Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать. Всем доброе-доброе утро. Вот такой вот сегодня завтрак, витамины и еще яйца пасхальные. Завтрак еще кофе варится, тут еще надо специями. Ну что, Илюха ждет, когда... Оп! Че? Кто? У кого? У кого не разбилось? А, у меня не разбилось. А что-то я как-то тебя в тумане вижу. Видишь, как в тумане. Поэтому, да. У нас вообще лето. Ташкент. 21 градус. С утра ездила там по делам. В машине просто невозможно. Конечно, улица там тоненькую какую-нибудь курточку. Но в машине просто вот футболки. И вообще невыносимо. Мы тут в Ленту прогулялись. Завтра собираемся поехать на природу. Мы поэтому кое-что купили к шашлыкам. В общем, там в Ленте сейчас вместе с вами сумку разберем. А вот Ильху с нами не пошел, заодно встретили Настю там тоже, и она с художки. Значит, в общем, сейчас поезд, пойдем кое-что разбираем. Значит, какой-то... Максим взял хлеб. Солнышко. Солнышко. Ой, что-то сыпется с хлеба солнышко. Еще хлеб в Ленте пекут, кукурузный, особый. Ай, все сыпется. Так, Хайнц для гриля и шашлыка. Вот такой вот кетчуп. Так, тут Тефаль, посуда, какие-то наклейки и... Встречайте майские праздники. Купон до 20%. Не знаю. Если ваши карты на рынке. В общем, надо прочитать, что это. Наклейки. Так, взяли на пробу вот такие рулада. Нежный десерт с кремовой начинкой. На пробу. Попробую что-то конфеты. Помидоры. Так. Огурцы. Может, кому интересно, кстати, цены. Кому интересны цены? Так. Дальше что у нас тут? Масло. Сливочное, традиционное. 380 грамм из пачки. Так, не знаю, как достать. О, Настя на помощь пришла. Свинину взяли. В общем, цены не видно. О, видно. Вот так. Без кости и без, получается, без кожи и без кости. Ну, в общем-то, все. Сейчас погуляем, потом за Марину. Шаня не хочет идти гулять, потому что сегодня сильный ветер, да, Шаня? Не хочет Шаня? А, думаешь, на коленочки я тебя возьму? Да. Все трещит, гремит. Страшно, скажи мне. Вообще, я домой хочу. Вот так вот. Да? Или домой, или берите меня на руки. Так вот, все серьезно. Пошли гулять. Пойдем. Пошли. А, пошли погуляем. Ой, умная собака. Скажет, удует меня. Вот еще придумали гулять. Скажи, не хочу. Шанюль. Шанечка. Ау. Thank you.
Ну что, я отдыхаю по хозяйству, разделываю мясо. Вот уже тут сейчас буду мариновать, еще лука начищу. Осталось маленько тут дорезать. Хотела вам отзыв оставить вот на Фаберлик Хоум нож. Слушайте, такой крутой, классный, вообще очень мне понравился. В общем, я его поточила точилкой фирмы ТПВ. Вообще, потрясающе режет. Посмотрите, как режет. Прям... Ой-ой-ой. Вот эта точилка. Так, я ж тебя убавила. Ты у меня тут убегаешь. Картошку варю, чтобы с собой завтракать. Вот, сейчас покажу вам. Вот эта вот точилка. Женская точилка. Никого просить не надо. Так, вот. Вот так. Вот, господи. Вот так вот ставите, рукой держите одной, второй нож сначала. Раз, два, три, потом здесь. Раз, два, три. Так, ну что ты? Успокойся, пожалуйста. И все. Это защитный как бы экран для руки, да? И все. Наточенные ножи всегда у вас будут. Называется «Всегда сами с усами». В общем, рекомендую. Вещь отличнейшая фирмы Топервары. Так. Она у меня, видите, такая в ходу, потому что всегда помыть ее надо. Вот написано. Всегда точу, когда в процессе работы схватил, быстренько подточил, и все. И вот так она компактненько. Ну, в общем, режет отлично. Осталось чуть-чуть мне это. Что такое? Неугомонная картошка. Осталось немаленько дорезать. Посолила. Добавила майонеза, вот такую еще приправу Бонвида для мяса. Ну и осталось помешать, и все, в принципе, будет готово. Всем доброе-доброе утро. Плавно готовлю завтрак. Кофе сварила, чай заварила. Тут у меня греется, тут готовится, тут нарезала. В общем, сейчас будем завтракать, пайбрызить и собираться за город. За городом. Это мы в Башкирии, около лагеря Горного ущелья. Там меня спрашивали, куда мы ездим. А вот здесь и тенечек есть. Уже достали стол со стульями. Дети уже мяч играют. Шани гуляет. Я в шортах. Представляете, уже в шортах. Максим настраивает мангал. Намазались уже даже солнцезащитным средством 50, потому что такое активное солнце. Дети пока, правда, не раздеваются особо. Играют мяч в толстовках. Молодежь шлюпки еще взяла, чтобы не париться в кроссовках. Здесь ручей, но сейчас поменьше, кстати, стало воды, чем в прошлый раз. Мама присоединилась. Вот так вот активно, активненько проводим время.
значительно меньше воды. Ой, такой шум классный. С гор течет, с Уральского хребта. А вот и горы. В отсутствие моря послушаем шум ручья. Припекает, слушайте, прям вообще. Хорошо припекает. Уже травка зазеленела. И, кстати, в прошлый раз были подснежники, а в этот раз какие-то уже, ну, сейчас желтенькие цветочки вижу. Сейчас посмотрим вместе с вами, что это за цветочки. В общем, природа просыпается активненько. Сейчас посмотрим, сейчас вам покажу. А вот такие вот цветы появились. Ой, а кто это? Кто это идет ко мне? Вы не знаете, кто это? Да что за девушка такая идет, грациозная? А? Грациозная дама. Как она следит за хозяйкой? Куда она пошла? Шанюль, ты меня нашла, что ли? Молодец. Видишь, цветы какие? Жарко тебе, что ли? Пошли, я тебе воды налью. Красота. Точно жарко ей. Точно жарко, да? От Шаньки не спрячешься. Все у нее под приглядом. Ты где? Под прицелом. Где хозяйка? Она прям знает и идет. Бежит за мной вечно. А если потеряла, все, ищет, ищет, ищет. Дети всегда смеют. Мам, твоя собака. Твоя собака, вот и корми ее, убирай, все стоит. Моя собака. Я говорю, ну да, моя собака, все мои дети мои, собака моя, и хозяйство, все на мне. В общем, ой, красота. Ага. Уже кому-то жарко, кто-то в шортах. Видите, как все меняется быстро. Не только природа. Мама, кстати, такой испекла пирог. Классный. Сегодня с другой начинкой, сказала, это капуста с яйцом. А вот такой вот большой пирог вкусный. Тут огурцы, помидоры, я все намыла. А вот пирог вкусный, вкусный большой. Ой, ну какая красота! Максим все насадил. Я замариновала, нарезала. Ну, красивые кусочки, прям красивые. Ой, что ты там нашел? Что такое? Ой, Илья, раскопки там в воде с лопаткой. Ой, аромат-то какой! А, красота! Красота. Ну что, давайте будем выкладывать. Наташ, тебе удобнее сейчас. Да? Все меня ждут? Все ждут меня! Так, охотники. Кто там? Картошку. Ну все, буду выкладывать. Они говорят, вкусное. Кстати, знаете, такой вот рецепт вам показывала, как мариновал. Вообще, в этот раз лук вообще не положила. Нарезала вот мясо, майонез и приправу Бонвида, которая в ленте продается для стейка. Ее и все. А, еще я посолила. Вот просто посолила и все. Говорят, мягкое, вкусное, офигенное. Шань, тебя еще не кормят? Еще ты не просишь, нет, только облизываешься. Нет? Молодец, ребенок, сытый лежит.
Ой, ну да, давайте. С вилки прям. Ну все. Красота. Какие классные кусочки. Да ей вообще плевать. Мама, получается, как будто Шаня наделала. О, какой красивый. Ну что, давайте его будем дегустировать. О, какая красота. Я... Ой! Чуть мне ноги кипятком не облили. Просила же, не трясите. Я не знаю, кто хочет еще пирог. Я вообще наелась полностью. Так режем, как обычно. Не знаю, смотри, ножик острый, прорежет тебе под нос. Аккуратненько. Так, хватит мне кипятком ноги обливать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это мой кусочек. Это мой. Вот здесь есть одна. Она отсюда прыгала. Срочно. Ой, не падай, сиди. Ой. Этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.